Рубрика «Внутренний офис Биг Дианы» сегодня в Литературном музее приветствует вас, студия, вас, дорогие телезрители, и, конечно же, группу «Не вопрос», Гор. И Татьяна Исаева, младший научный сотрудник, расскажет про то, что состоится вечер сказок Сергея Козлова в Литературном музее. Когда? 20 августа в 19:00 до 22:00 продлится. И мы сейчас находимся в таком детском крыле Литературного музея. Специально он сделан для тех, кто приходит с ребятишками на экскурсии. Но детская природа такова, что слушать не хочется, хочется бегать, развлекаться. И специально для этого вот сделана комната. И все же, Татьяна, расскажите, что будет ждать гостей этого вечера сказок? И Сергей Козлов — это тот самый автор «Ёжика в тумане». Да, совершенно верно. Ну, прежде всего, конечно, центральным персонажем будет текст. Будем читать, будем разговаривать про этот текст, обсуждать свои любимые сказки, разные детали. Будем пить чай с малиновым вареньем, как герои сказок Сергея Козлова. Будем очень много чего интересного делать, мастер-класс проведем. Еще обязательно будем смотреть на звезды в телескоп, если очень повезет нам с погодой. Ну, или в крайнем случае точно послушаем про то, как случается звездный дождь. И, в общем, постараемся всеми силами создать ту самую душевную атмосферу, какая есть в сказках Козлова и какая у каждого присутствует в конце лета, когда оно уходит. А вот пряники можно будет попробовать, такие вкусные? Пряники можно будет попробовать, ну, только тем, кому повезет, скажем так. Будет специальный розыгрыш. Мы проведем лотерею, отметим на билетиках номера, и по этим номерам вот некоторым счастливчикам такие пряники достанутся. Их прям очень жестко лимитированное количество, вряд ли мы их будем продавать, но обязательно несколько штук разыграем за разные интересные вопросы и знания текстов Сергея Козлова. Да, и есть возможность выиграть, кстати, билет на вечер сказок. Для этого достаточно прийти в Литературный музей, кстати, можно даже на экскурсию, и спросить на вахте. Да, на вахте визитку утреннего кофе с автографом Гдель. И вам дадут билет на этот вечер сказок. Да, на двоих прямо. И мы проходим в следующий зал Литературного музея, где про вечер сказок, я надеюсь, уже все поняли, Дмитрий Кутько, где Юлия Рыжова заканчивает рисунок про скетч-экскурсии, мы говорили. И вот что у нее получилось, вот такой вот шкаф, около которого мы стояли. Книжной в библиотеке. Юлия, пару слов о скетче. У нас уже время просто заканчивается. Что за рисунок и можно ли ему научиться кому-нибудь? Можно, конечно же, научиться. Это быстрая зарисовка, такой памятный рисунок, который вот остается вам на памяти после посещения скетч-экскурсии. Спасибо большое. Посмотрите, что еще Юля красивая, какие делает открытки. Да все уже заканчивается. Тихо, зеркало не сломай, винтажное. Мы же в доме Кузнецова. Ты что?